И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен обзору нового замечательного устройства на Теслу. Рассмотрим его более детально, для начала переоденемся, отправимся в матчмейкинг, ну и поймем, потестим, посмотрим на всю эту интересную вещь. Обычные устройства и саму Теслочку за кристаллы я уже приобрел. Сегодня видеоролик вышел с нею на канале. Кто еще не видел, можете перейти также посмотреть после этого видеоролика. Ну а что касаемо нового устройства донатного, понятное дело, что у меня на основном аккаунте его нету. Поэтому я захожу на специальный свой замечательный аккаунт, на котором мне уже выдали данное устройство на тест. И полноценно вместе с вами отправимся в матчмейкинг и все это дело протестируем. Если вам нравятся игрового плана видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком. Что касаемо корпуса, я беру Харика, или может даже лучше Викинг. Нет, ладно, давайте Харика. Берем Хори Теслочку. Ну и под дроном, я думаю, что, ну, дефолтный бустер. Что касаемо этого устройства, оно называется электропушка. Я читал вчера анонс, да, вместе с вами, видеоролик тоже был на канале. И плюс вечером на стриме тоже все это дело обозревал, смотрел. Принцип действия очень простой. То есть шарик летит максимально быстро и можно попадать примерно так же, как можно попадать с овердрайвом Crusader. Только данный шарик перезаряжается намного быстрее. Соответственно, вы можете на средней и большой дистанции давать киллы по противнику. Какой урон летит, я, честно говоря, не знаю, но я думаю, что ваншотать, по идее, танк должен. Если я еще и буду с бустером, то тем более. Сыграем пару-тройку боев, посмотрим, как это дело будет работать. Ну, я думаю, что главное — это акцент непосредственно на шар, на его реализацию. Может, даже не так важно, какое количество киллов сделаю, как важно просто потестировать и понять, насколько эффективно работает данное устройство. Есть ли смысл в его использовании? Если да, то насколько жестко? Если нет, то почему нет, да? Поэтому смотрим, запикиваемся в тишину, сливаем довольно жестко уже этот боечек. Я смотрю, что... нет, все получу нормально, все получу шикарно, сразу запуск. Ничего себе, не понял. Я запустил, он как-то... Я даже не заметил, куда он улетел. Зимняя карта. Я даже не заметил, куда улетел мой шарик. Так, давайте еще раз. Вот так вот. А, понял. Все, понял. Он летит прозраком каким-то. Либо у меня какой-то бажик, что я даже... А, он настолько быстрый! Офигеть, он реально летит по скорости, как овердрайв. Оу, офигеть! Это как Crusader Rover. Только он сейчас через танк нормально залетел. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это крутяк прям. Уже полноценных 6 киллов. За счет шарика можно тут нормально так накидывать. Оу! Восьмерочку сюда просто! Нормал дэнс, нормал дэнс. Так, подождите, я сейчас вот здесь вот если так. Оу! Так, это нормальный приход. Это шикарный приход. Челы даже особо и не ожидают такого приходика. Да, вы не можете играть здесь от шара и за счет него давать дополнительные киллы, когда вы на растяжечке даете там на верхнизике, но зато это дополнительный буст на киллах на средней дистанции, например, где я не могу достать до противника. Вот видите, я не могу достать, хоп, бах, и красивая четверочка с бустером полетела по противничку. Шикарно, просто шикарно. А вот так... А, так она мимо полетела. Я думал, может, там еще и автонаводка какая-нибудь есть. Если бы еще какая-нибудь автонаводочка была, было бы вообще жестко. Прикольно! 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 Я не ожидал, если честно, такую тему увидеть. Я думал, он помедленнее будет лететь. Там летит прям максимально быстро. Ой, шикарно, ну просто. Просто шикарно, Вася. Очень жестко. Очень плотная накидочка. И так тоже? А, так она на верх-низе вообще летит шикарно. Офигеть, так им можно очень круто пользоваться. И плюс у него сплэш урон, да, хороший? У этого шарика. Да, автонаводка есть у шара. Автонаводка есть у шарика. Прикольная тема. Здесь я здесь вот так пущу. Да, есть.
Есть, может даже попробовать без раскачки корпуса. Залетает очень плотно. Очень больно, очень плотно. Противник, я так понимаю, даже не понимает, откуда урон летит. Это крутая тема. Хорошо, 1300-очку порезу. Сунули. Я даже не знаю, где здесь овердрайв прожимать, когда столько урона накидывается. Офигенно. Прикольно. А если с овердрайва на викинге давать? Сейчас попробуем скатать на викинге. Там шарами... А, нет, шарами нельзя на викинге, да, запускать. Блин, вот это было прикольно, если можно было шарами на викинге запускать. Так, а давайте туда запульнем. Залетит? А, ну вот видите, на более большую дистанцию уже такси не особо круто залетает. А, не, вот сейчас залетело, например. Короче, надо чуть-чуть все равно корпусом подрабатывать. Чуть-чуть корпусом подрабатываешь, тогда все четко. Оп, не прошел урон, не понял. Что за прикол? А почему урон сейчас не прошел? Должно было залететь, как по мне. 25-ку я дал, при том, что я за 5 минут до конца запикался только в этот бой. Нормально. Нормально. Я всегда забываю то, что можно бить на постоянной основе. То есть вы можете дамажить на постоянной основе оппонентов в упоре, плюс еще докидывать вот такие вот выстрелы. Например, там противник стоит, да, на борте. Хоп, бах, ему пятерку просто всунули и все. Это очень... имбалансная тема, если правильно, грамотно ее использовать. Да. Крутое устройство, крутое. Я вот думал, что с шариком что-то интересное придумают. Оп, сразу двоечку красивую порезу. И уже чел не особо вдупляет, что ему робить. Хорошо, хорошо, хорошо. Можно еще резистик от теслочки взять. То я смотрю, уже тесла появились у нас по большей степени в матчмейкинге. У меня рез от тесла есть? А, у меня рез... Да, есть, все хорошо. Берем леса Тесла. А, боечек у нас заканчивается. Ну, неплохо, неплохо. Интересное устройство, интересное. Интересное. Я, честно говоря, думал, что оно какое-то, ну, такое себе. То есть, ничего там жесткого не будет. И само по себе оно как-то будет работать не четко, не грамотно. А даже нету вот этого вот визуального бага. Да даже не визуального, а реального бага нету, как на Крусейдере, когда, например, танк становится и... Ну, то есть через труп сразу сосулька улетает до конца. Плюс еще за тиммейтов цепляется очень сильно эта сосулька. Здесь что-то как-то вот я там пару выстрелов дал рядом с тиммейтами и залетело четко по противнику. То есть наводочка более качественно продумана и сделана. Ну, посмотрим, что сейчас скажет нам второй боечек. Если в этом бою тоже все быстро закончится, то я думаю, что мы можем еще один боек сыграть. 8000 дает с бустером. То есть 4000 урона полноценно. С бустером восьмерка вылетает. По ДАшному танку 2000. Очень хороший урон. Очень хороший. Очень хороший урон. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать оппонента. Можно просто так, даже особо ни за кем не гоняться. Просто чисто выпускать шарики по красоте. А потом там, где уже... кучкуются оппоненты, либо едут на вас в упор. Там вы уже добавляете им чисто по красоте. Прикольно, прикольно. Я не ожидал, честно говоря, такое увидеть сегодня. Блин, найс, найс, найс. Задумка прикольная, реально. Без какой-то ерунды. Но будет интересно посмотреть, что будет с другими донатными устройствами. Такое устройство я бы хотел бы себе на основочке, чтобы у меня выпало. У меня будет целых сколько? 7 ультраконтейнеров. Плюс там еще есть спецушечка за 2000. Возможно, я ее тоже приобрету. Будет шанс выбить такое устройство. Если оно дропнет, то будет круто. Это, конечно, я размечтался. Мне вряд ли оно, конечно, упадет. Но если вдруг упало бы, я был бы не против. Давайте попробуем здесь дать побольше киллов. Пока что у нас все очень хорошо складывается в этом бою. Крит, я так понимаю, не проходит, да? Ну да, это было бы очень жестко, если бы еще бы крит был бы дополнительно. Я думаю, тут крит не будет проходить. 2600 сейчас по танку залетело. Хороший плотный урон. Да, и вот здесь можно... А, ну ладно. Хотел сказать, можно еще добавки всунуть. Добавки там не всунешь. Никаким образом. 14 киллов за 2 минуты. Хороший результат. Хороший результат. При том, что большинство киллов я дал за счет нового устройства. И за счет его грамотной реализации. А не за счет
чистого урона в упоре. Да, верх-низ вообще шикарно работает. Очень хорош. Очень хороший верх-низ с этим устройством. Да. Прикольно. Прикольно, прикольно. Пока только положительные моменты. Я думал, честно говоря, что здесь будет вообще ничего интересного с этим устройством. Я думал, что это какой-то дефолт и донатное устройство, которое даже и не нагибает. И ко всему прочему, я думал, что оно будет багованное. Как было с Крусейдером. Ну, я примерно понимал, что оно будет работать как Крусейдер. Как Крусейдер Овердрайв. Оказывается, оно так же само работает, только урон проходит четко. Четко по танку. Без никаких недоработок, ошибок и прочей ерунды. Это круто. Это очень круто. Так, 3,5 минуты у нас до конца боя. Постараемся сейчас его... хотел сказать, выиграть и чпокнуть, но чпокнуть я не успел. Молодых. Так, на радаре у меня показывается, что здесь есть чел. Быстро попробуем уничтожить и туда. Блин, я не уничтожил его. Походу, кто спасает. А, нет, он с брутом. А как я его не добил? Я ему дал, вроде аптеку не прожимал. Странно. Странно, как я его не уничтожил. Так, титанчик открывается. Мы ему сразу шарик оттуда, хоп. На восьмерочку красивую. Даже еще не успел доехать, уже шарик ему впустил. Хоп, там. Теслочка. Оп, добавки. Шикарно. Шикарно. Очень грамотно, качественно можно реализовывать такую тему. Оп. Хорош. Я даже овер прожму. Мне особо овердрайв, я так понимаю, не нужен. Будучи с таким устройством. 24 кило. Ну, если мы здесь на 35 пойдем... будет хорошо. Я бы даже, наверное, сказал, шикарно будет, если на 35 пойдем. Да. Может быть, даже можно и поиспользовать другой корпус, а не хорек. Ну, на дальнее расстояние уже видно, как летит. Если на средней дистанции там так быстро залетает этот шарик, что даже можно и не заметить, то чуть подальше становишься, уже четко видно, как летит. Шар. На какую дистанцию? Ну, 4400 с бустерочка. Интересно, этот шар контрится резистом от Теслы или не контрится? Если не контрится, то это вообще имбалансная тема. Если контрится, ну тогда. Тогда чуть-чуть полегче. Плюс, я так понимаю, что его еще от стены можно заряжать. Да? Полноценно. Стенку. Ну, вернее, не от стены, а в стену. То есть, например, я могу вот так... в борт там всунуть. И сплэшом урон пройдет. Он не такой большой, наверное, как у сосульки. Но, в общем и целом, прикольно. Прикольно. Давайте сыграем еще, я думаю, что один боечек. Еще один дадим. ТДМ-очку сыграли. ТП-шечку сыграли. Ну, наверное, надо осаду добавить. Надо добавить осаду. В осаде уже. Рассмотр сделать конкретный. Так, вот сейчас через труп. А, нет, труп пропал. Хотел через труп. Но труп пропал. Но вроде проходит, вроде проходит. Нету такой ошибки, как на Крусейдере. В этом плане все четко залетает. Я этому рад. Хоть не везде вот такие вот глупые ошибочки. Недоработочки у нас появляются. То уже, если честно, начинает это подбешивать. Когда ты что-то берешь и понимаешь, что так, тут ошибка, тут баг, тут недоработка, тут еще что-то не то. А когда ты вот взял и чувствуешь, реально чувствуешь, что все четко, без никаких ошибок, помарок сделано, то и самому приятно на таком уже играть. Перезарядка здесь, кстати, сколько? Ну, секунд, наверное, 7. 7, наверное, секунд. Для такого боя 33 кило это очень хорошее количество. Прям очень хорошее. Сегодня на редке катал тоже. Там давал где-то 25. 25. То есть 33. Хороший результат. Давайте, наверное, даже... ну ладно, давайте в осаду. Раз уже я сказал в осаду. Давайте в осаду. Это будет уже у нас заключительная каточка.
попробуем сейчас тоже покидать. Мне вот интересно, под сплэш, если игроки будут становиться, большой сплэш будет залетать. Сейчас надо было бы, чтобы против были какие-нибудь титанчики, куполы ставили. И я потом тогда уже на заездике мог бы дать и шарик, и просто накинуть, посмотреть, сколько урон залетает. Но сам геймплей интересен, да, то есть, если Тесла в обычном своем как бы стиле, это как ближнебойка, да, работает как функция, наверное, какого-то продува, то, ну, даже не продува, наверное, Изида больше подходит, только Изида с вечным баллоном и с возможностью дамажить сразу несколько танков, то с таким устройством это уже как вещь, которую можно как-то интересно использовать, да, то есть можно и с расстояния давать как-то красиво, и какие-то, может, дополнительные мувики придумывать с реализацией. Открывается огромная возможность грамотной и качественной реализации таких устройств. И это очень-очень круто. Так, есть противников-редисты от Теслы, целых 3 штуки. Еще и они играют с броненосцами. То есть примерно так же, как и я, да? Мне будет сейчас плотненько, тяжко, наверное, против таких ребят. Ну и тем, наверное, интереснее будет бой. Они как раз кучкуются, но кучкуются слабовато. Потому что у меня особо не залетает ничего. Давай попробуем сейчас вот отсюда дать. Отсюда сейчас попробуем залепить. Там как раз типы так чуть-чуть приоткрылись, но все равно сплэш урона не залетает хорошего. А, и против тоже, да, молодой человек? Да, он играет с тем же самым устройством, что и я, но он играет с Теслой на утяжеление. Я бы ему посоветовал все-таки взять не утяжеление, а взять иммунитет от подавления. Вот сейчас на хорек для меня вот лучшее, идеальное устройство — это иммунитет от подавления. Мне безумно прям нравится на нем играть. Оп, хороший тайминг. В упоре отработали. И сейчас можно на даль сразу кинуть еще шарик. Хорошо. Шикарно. В упор подъезжает оппонент. Сразу мы его надамаживаем. Оп, на дальность. Хорошо. Добавки. Еще всовываем. Добавляем. Еще добавляем. А, он со спасателем играет, да, я так понял? Со спасателем. Ну, устройство тоже какое-то странное. Ну, вернее, не устройство, а дрон. Какие-то свои приколы у игрока. Но неплохо. Подсейвил там точку в тайминге. 40% овердрайва. Там у противника купол. Надо что-то как-то сейчас придумать. Как бы мне на чпокинг посадить оппонента. А меня уже тут шариком хотят уничтожить. Мы даем. Хорошо. Сливаем. И теперь шарик. А, шарик не залетает. Понял. Шарик должен четко в цель попадать. Шарик — это дополнительная возможность чисто дамага. Это очень круто. Так, давай, заезжай. Хорошо, молодец. 2000 скушал. Как раз без ДДшечки был. Очень хорошо. Ну и плюс через тиммейтов можно юзать, как обычный шар, можно через тиммейтов урон давать. Тоже как вариант. Но точку мы пока до сих пор не захватили. Шар повышенный урон через... овердрайв хорька не дает. Да? Ну, зато буст... Ой-ой-ой, плотно! И овердрайв. Ай, не добил. Но хорошо, процент остался. Очень хороший выстрел сейчас был. Там две по восьмерочке залетело. Тиммейты помогают. Надо бы сбить захват вражеский. Да, сбили. Хорошо. Даже если на 0-0 закончим, будет очень хорошо. Точка просто очень удачная. Мне на такой точке легко можно киллы давать в большом количестве. О, красиво. И добавки сразу. Шикарно. Пока мувики залетают вообще на ура. Пока все работает очень четко. Здесь я промазал, к сожалению. Сразу овердрайв. Надо мамонта скушать. Кушать! Ай, боже, ну тиммейты. Вот это я называю тиммейты в матчмейкинге. Когда ты хочешь откатить, а тебя просто берут и блокируют. Мне кажется, еще шар был дополнительный. Можно было ему еще шара добавить. Но я что-то как-то быстро не сообразил. Так, давай шар сюда. Не понял, куда он улетел. Что-то как-то ни туда, ни сюда. Так, здесь пробуем сразу. Просто хотя бы чуть-чуть подконтролить точку.
Чтобы уже потом наши тиммейты, после того, как купол пропадет, смогли уничтожить оппонента. Купол пропал. Титан едет не на точку. Гениальный мув. Меня сразу же хотят застопить. Грамотная игра от страйкера вражеского, если честно. Да, молодец. Молодец. Только мы сейчас быстренько это дело исправляем. Добавляем. Шикарно. Уничтожаем. Еще добавки. Шикарненько. Главное, сбиваем вражеский захват. И если получится, то еще и на своем захвате захватываем, выигрываем бой. 2 минуты как раз до конца остается. Времени вполне достаточно, чтобы выиграть эту катку. Мамонт в очередной раз прожимает овердрайв. Но сейчас нам надо тиммейты на точке. Но наш титан ставит купол на центре. Ну, что это за гений игры? Что это за гений? Хорошо, у меня хоть помимо него есть другой титан, который понимает, что нужно делать в этой игре. Это очень круто. Он сразу едет со своим овером на точку и ставит ее хоть, ну, не совсем прям четко, идеально, грамотно, но неплохо, неплохо. Даже с таким можно нормально постоять. Так, меня застопили, но это, в принципе, не проблема. При том, что я держу точку. Сейчас бы просто накидать по противнику здесь. 90%. Ой, шикарно, овердрайв есть. Надо вот этого быстро скушать. Добавки ему. Ай, нет, лаг произошел. А контроль, контроль, точку, можно выиграть. Можно выиграть, можно. Там чуть-чуть додержать, чуть-чуть. Да. Шикарно, есть, супер. Супер. 25-ка. В таком плотном бою 25-ка, я считаю, что это очень хороший результат. Шаром даем 5-ку. И сразу же стараемся еще уничтожить Теслочку вражескую. Будет, не будет? Нет, это стоп. Но мы выиграли. Мы выиграли. Главное, что мы выиграли такую катку, это прям шикарно. Это прям шикарно. Так, давайте попробуем еще. Чуть-чуть парочку, конечно же, киллов добавить. Оп, хороший шарик на 8-ку залетает. Пробуем сразу добить здесь. Васпик прожимает. Хорошо, мы так просто от овердрайва сыграем. Ой, и я полетел. И я поехал до дома. Риса очень неплохо мне стрельнула в тайминг. Я чуть-чуть с разворотчику хотел сразу красивый шарик оформить, но ни, чуть-чуть не повезло, не портануло. Но круто, круто, реально круто. Против Тесел, таких же, да, с даже броненосцами, получилось грамотно реализовать такое интересное устройство. Поэтому, друзья, если у кого-то оно уже есть, кто-то его выбил или планирует выбить, да, то я бы вам советовал его потестировать, поиграть. По геймплею ничем не уступает тому же адреналину. Если сравнивать какие-то и смотреть другие устройства, то я их пока не тестил, честно, не тестил. Буду тестить, буду обозревать, возможно, на стримах все это дело. Поэтому следите, приходите. Стримы там примерно 9-10 вечера по московскому времени. Присоединяйтесь, будем смотреть, тестить, обозревать. Но вот что касаемо электропушки, донатного устройства, я могу сказать, что оно на 100% себя оправдывает и полноценно даже может быть реализовано грамотнее, чем тот же адреналин. Да, с адреналином я примерно понимаю, сколько можно дать киллов. И вот в этой катке, например, я уверен на 100%, я дал бы меньше в последний киллов, чем с этим устройством. Соответственно, есть интересный геймплей, рабочий геймплей тем более. Поэтому, если вам дропает большая карта, 100% можно брать это устройство. Если небольшая карта, то там уже можно поразмышлять, подумать, там либо адреналинчик взять, либо электропушечку, там уже у вас становится такой определенный выбор. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь, друзья, на канал, если еще вдруг не подписаны, также нажимайте на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!